У него канал YouTube. Надо ведро-то туда бухнуть. Сейчас я поставлю. Что-то тут я, блядь, не переборщил. Ну, сразу наберу, да, блядь, надо. Короче, я на газ лучше поставлю. Давай, давай. Так еще ты. А, надо. Все, давай, сейчас я вылью это. С грязью, блядь. Утром просыпаюсь, мне на работу кто-то налил. Ну, еще два ведра набери, да и все. На всякий случай взял такой вот ведро, какой-то синтетик. А? Мало ли там куда что растянуть, еще что. Так оно всегда когда-то что-то нужно. Куда ее положить-то, чтобы знал, где люди? Так. Или сам убери? Да положи пока тут он, да, пускай. Все, потом. Так, это что-то совсем близко. Это что ж, у него дрифт надо, нахуй? Такого надо, да. Такие дрова-то лучше бы, конечно. Когда ветер. Осина лучше горит, когда ветер, блядь. Сейчас разгорится так. Походу вообще на. Да, где-то в это. Синий пакет за лестницей. Тут, походу вообще на лодке отплывать. Я тебе говорю, вода, блядь, такой нахуй лодки, мы лодку вытащили, блядь. А, точно, блядь. Блядь, может просто это. Я видишь, несколько раз сходился, надо подождать, чтобы поселить. Да второй раз мы уже там сходить. Я видел. У кого что влажное, то в избу-то вешьте рядышком, там начнет подсыхать уже. Тут всякий рожек мало ли, на всякий случай, оставь тоже в избе. Поставь пока все тут где-нибудь здесь оставляй, я потом переберу. Это что такое? Кто что-то плеснул, что ли? Плеснул. Я думаю, что ты. Березовый. Он такой черный. Он... Просто надо, чтобы мало не завоняло. Здесь надо пить, да? Что ты грел? Я его тут почище набрал. Там хули надо несколько раз. На еще крышку еще надо. 4. Ну, она здесь, и крышка. Так, друзья, всех приветствую. Как видите, я опять у себя на избе. Приехали мы с Денисом. По пути встретили ребят. С ними мы встречались, что получается, 4 года назад. Там Павел, Евгений и Дима. Всем привет. Ну еще, может, поближе тут еще, может быть, в куче поснимаем.
Они на одну ночку так отдохнуть, спини покидать. Но мы с Денисом конкретно в сей раз заехали попробовать, попытаться лодочку немножко подремонтировать. Все, мы сейчас сюда доплыли. Пока ее вытащили, немножко пускай обсыхает. Как сюда добирались, я не стал снимать. Короче, всю дорогу лил дождь. Привезли мы, ну, наверное, досок 15, наверное, длинных по 3,5 метра и мелочевки еще кое-какой. Ну, завезли мотор, бензин для пилы, для мотора. И так мы, может быть, на две ночки тут побудем. Попытаемся это все сделать. Был ветер, дождь, сейчас, короче, вообще красота пока. Сейчас вот только тут расчехляемся, разбираемся тут. Начинаем. Вот моторчик сняли. Наш двухсильный Yamaha. Взяли с собой гуся с весенней охоты. Короче, сейчас будем варить супчик из гуся. Денис уже его покрошил. Поставили на костер. Что, часик покипятим и начинаем суп варить. Ребята тут уже зажарочку тут, потом пожарим. На столе тут, ну, все как положено, маленькие стопочки и так далее. Куда же без них? Закусочки и все мое. Ну все, не переключаемся, смотрим. Буду потихонечку что-нибудь снимать. Сухофрукты. Вот, сейчас будем еще компот варить. Сейчас сначала, что, наверное, пускай чай не скипит. Да, на этот пониже сделать. Я потом разбираю кузов, У нас, забыл сказать, еще собачка. Тея. Так, смотри, Димас, это сахар? Ну, я не знаю, пока может будет водку, а я не точно. Ну вот, ну, что будет? Я этих пакетов под мусор взял, если надо, там два пакета. У меня два друга пирога, которые близнецы, вот у них батя гонит. Колбасу куда убирал? А, вот зелень. Что говоришь? Колбасы еще полезли. Нет, яйца кастом. Или убрать у тебя хлеб? Короче, сюда вот. Что я забыл? Ну, давайте встречу. А, вот. Чего?
Он у тебя на столе, нет? Не-не-не, это водка вилка. Снимай, снимай, снимайсик. Повесь вот эту. Она у меня такая. Вон она сейчас промокнула. Я и ребра, когда мне сломали, блядь, я тоже. Мы куда? Две недели в баню. Пока в баню. Там прикручивается. Я думал, вообще, вот мы понял, не придет. Сейчас открутим. Сейчас тоже прикрутим. Просто крутим. Есть форум, там каждый день выкладывают новый обзор банки тушенки разные. Он уже там несколько лет, короче, выходит, и вот несколько лет каждый день новая банка, короче. Вот. Ну тоже последний раз показывали тушенку, распаковали, короче. Там одни жилы, короче, небольшой штук мяса, короче, он черный просто есть. Просто черный. Что там, забоялась-то опять? Он что, такая трусиха? Кстати, я в том году махалку тоже заставлял здесь. У нас еще... А, я вот не помню, черная или синяя была. Какая она такая? Вот, оставлял либо в избе, либо где-то здесь я ее весь. А синий надо, блядь, не пилом, блядь. Тогда же нас... А синий, да. Там, ну, я тоже не знаю, разорвался. Давай. Было 15 минут. Еще 5 минут, в принципе, можно что-то сошку закидывать. Угу. Блять, у тебя столько, что, блядь, они картошки ее начислили, блядь, полный котелок ее. И нарезали ее. Просто скотчем было, блядь, заклеено некоторые делали, саморезов не было. Зато сухие будут. Нормально, промазано. Ты укроп-то не брал? Не, а там у ребят же у меня есть. Есть там. Потом хотя бы вот где-то два, ну, на, вы хотя бы по одному, то потом пиздячить на утро. Не, ну где-то там. Ну, здесь, здесь вообще было, допустим, шесть. Нам тут южно, допустим, два. Не, лишнюю дырку, не знаю, может, в эти просто герметиком, в дырку намазать герметика и туда закрутить. А, ну, просто эти... Лишний-то, нахуя ты будешь, блядь, ну, мы здесь шесть это делать? Мы будем крутить. А? Два закрутил и все за место шести, нахуй. Ну, так, да?
вы не сердитесь. Да, да, да. Ну, да, да, да. Мы ее пользовались дорогой. Завтра обещали 30 градусов мороза. Хорошо, я сейчас же поеду. Ну, да что ж ты так? Мы тебя будем. Нет, нет, выходи. Там будем поговорить. Там все, 20 минут прошло. Ну все, мы уже заколку закинули. Таймер, таймер, работа. Чем ты расстроен? Мы там оставили. Я думал, ты там перешел. Нет. Что я не заметил? А что, еще воды надо искать? Ну, холодный-то надо. Если там подсказывал, куда все там таскать. Ты не нужно знаешь. Он сказал мне в этом, кстати, в чан большой. И ее на этом на печке. На печку. Да. Угу. И 4 ведра. Ну, а там уже как холодный. Сколько? Да, да. По холодному и в белый обычно. Сейчас я посмотрю. Так и делали? А! Подожди, а где 4 ведра-то? А мы их вылили, там этот... Была емкость, короче, мы заперли. Сейчас можно будет скоро зажарочку делать. Да. Ты там газ-то это собрал все, да? Да, да. А масло есть растительное? Есть там. Там стоит, да? Растительное? Так надо чем... там зажарку-то делать. Потом на том газе. Да, потому что не на костре, но там на том газе. Потом Денис зажарит, сделает. Да. А так это, на будущее, вот на этой сковородке, на костре не делай. Ну она потому что обгорит, это понятно. Только на газу. Там есть другая какая-то черная где-то сковородка. Там же чугунная. Чугунная. Вот так можно сейчас пересыпать? На ней можно. Нет, да мы на газу сделаем. Конечно, вот. Так, колем дровишки. Я тут пока занимался. Что у нас? СУПшник готов. Сейчас, короче, будем обедать. Ребята сегодня решили помыться. Затопили баньку. Наносили водички. Короче, так. Короче, отдыхаем. А что еще? А, потом еще будет кура какая-то в фольге там. Ну и, короче, так далее. А мы с Денисом еще щуку брали из дома. Мы же не на рыбалку приехали. Гуся привезли, щуки привезли. Думали, тут будем работать и вкусно кушать. Работать только не получается, да? Да, что-то работать. Тихо, тихо, что-то идет работа. Так, вон компотика. Компотика сейчас сделаем, как обычно. Закипятим, сварим. Я тут убираю. Объяснять не буду. Кое-что где саморезы повытаскивали, их промажем, потом поменьше вкрутим. Где-то через болты, через эти бывает, протекает, надо посмотреть. По-моему, через этот, да, через этот, тут он даже не шевелится. Кое-какие болты отдадим, забабахаем по-новому. Краску привезли, такая зеленая. Встань. Короче, ты нельзя, да, потому что у меня тут же собака была. И, ну, когда мелкий, короче, щенок, еще раз немецкая овчарка. Я курицу съем и косточку, короче, давал. А он потом блевал постоянно.
И мама такая потом подошла, говорит, типа, ну, ты там собаку ничем костями не кормил. Короче, СВПшник съели, зашел на ура. Говорю, да, да, там, типа, кости давалась, дала. Говорит, типа, не давай больше, потому что, ну, плохо становится. Вот только у меня были другие дочки. Блин, опять дождь пошел, нафиг. Там-то, я думаю, можно не открывать, мы туда ничего бы и не делали. Как есть, это осталось, но где-то вот отсюда, наверное. Не то, тут еще знаю, блядь. Хуем промазали бы уж нахуй все. Знаю только, хлёпок только, походу. Ну, где борта, так же все на это. Сейчас я делал, ведь. Сейчас я чуть-чуть. Ну, потом краситься. Так я борта свои прошел по-быстрому. Там тоже эти, вон дырки-то где. Это-то я попробую. Опа, иду, снимаем стриптиз. Класс! Ребята, после бани и сразу в озеро. Она тоже плавает, что ли? Конечно. И собачка там плавает. Даже после бани. Тапки не утопите. Тоня, ты тоже плаваешь, что ли, да, Тонечка? Вон у тебя Жека, он плывет, ёпты. Как они меня опережают? Пока, блядь, туда-сюда. Что, ты намазал? Да, да. Это хоть на колено вставать, бля. Давайте мы прям на колено. Ладно, не, она не туда. Что ты идешь? Вода хорошая, но 50 литр превратилась, блядь. Сами там. Сейчас я. Силяндр один на собаку. Ну тут что я даже надавить-то ничего не могу. Тихо-тихо, на мне, тихо, подожди, тихо-тихо, не взрывай. Не взрывай пока. И на закладку курицы. Заложили курицу в фольге. Курица у нас, Димка, в чем? В голенях? В голени, но они там в маринадике в моем. В моем. Маринад и вон, и секрет не говорит. Короче, да. Если мне понравится, я потом вам скажу. Потом, да, расскажу. Покажем, как будет. Все, зарываем. Зарываем. Отдельно делаем это все. Некоторые-то, блядь, вообще хорошо встают, блядь. Что ты? Я подзамазал просто старые. А сюда не будем? Так там это. Мы их не выкручивали. А-а. А, бля, я тут-то пропустил. Иду, иду. Да. Почему у нас четверо? Что, себя не считал, что ли? Да. Ну там, короче, сейчас будем в
вкусняшку дегустировать. Так, хлеб у нас тут есть, есть, обязательно будем. Вроде так вкусно, да? Едой. Сейчас узнаем. Плод у нас унесло. Кроме нас поправить некому. И нам сейчас некогда им заниматься. Так, что, наверное, на опять тоже по тарелкам раскидай, да? Кому что? Кому что, сколько? Где моя? Вот эта глубокая моя. А, вот. А, слушайте, может это помидоры с огурцом еще порезать? Там, наверное, закончились? Наверное, можно. Давай это, у тебя тут 12. Ну, усмотрение. Блядь, что-то, по-моему, не доготовилось немножко. Почему ты думал? Потому что вот это внизу, она, видишь, вообще не протыкается надо. Да? Да. Тогда, может, не стоит начинать. Может, снова... 28 соплей, все, что клал. Сверху это предыдущий. Не доготовилось она. А это? Проверим. Да, все, по-моему, даже это. Да. Да. Но это тоже не очень. Да что, да. Что, снова закидываешь или что делаем? Немножко снова закидываем. Слушай, вот это, по-моему, готово. Смотри. Сверху может была, бля. Это да. Вот это вроде тоже готово. Может, вот по одной, можно, нашукаешь каждому. Ну-ка. Еще какая. Вот это, наверное. Где у тебя? Да похуй, кидай сюда. Салат посмотри, другой. Посмотри. Если она сгорела, так она по-любому готова. Нет, нет. Это не готово. А где у нас эта тара под овощи была? Такая вроде бы. Уже заняли. Возьми, возьми какой-то. Там, вон, знаешь, там где, вот, эти, да, видал уже, где лежит, да, все? Так вон лежит какая-то, вон. А там сейчас ждать, пока да, чай не скипит. Под низ закинули. Да. Ну я что, я ем, мне уже положили, бля. Ну, что, запилим? Да, вкусно нахуй. Да, чеснок только убирать, бля. Маринад какой-то интересный, бля. Это чеснок, что ли, да? Ага. А, не готово. Не готово? Точно? Да. Что, не готово? Да. А почему тогда, блядь, верхние подгорели, блядь? Херово, давай вот это еще тоже куда-то. Давай. Бросайте. Может, на решетку их ебнуть? Ну, они высохли? Да. Хуй, у меня нормально нахуй. Я сажу, не похуй. Я ничего подожду. Все, ребята, камеру я выключаю, тут хуйня у нас получилась. В общем, друзья, занимаемся мы тут. Ребята рыбачат, спинки кидают, мы лодками. Прилетела стайка лебедей. Куда летят, чего? Поздновато что-то они, время-то уже. Красавцы. Скоро середина июня. Сколько их там штук-то? Ну, порядком. Раз. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 12. 12, да? Не, 14 я насчитал. Ой, там 15. 15. 15. Красота, да? На озере, друзья. Штиль. Отлично. Мы не рыбачим и не плаваем. Мы занимаемся делами.
Да какой год, да, садился ли мини на озеро? Да. Что ты каждый год садился? Весна и осень. Потому что утки тут не садятся. Ну что, друзья, на сегодня мы работу закончили. Внутри там герметиком промазали. Кое-где там саморезы на герметик посадили. Время 11. Что, мы с Денисом курим, пошли спать. Ребята где-то на рыбалке. Что не ловят, я не знаю. Потом расскажу. Ну, по планах у них они, наверное, всю ночь будут ловить. Ночи, говорят, светлые. Ну, пускай ловят. А мы пошли отдыхать. Все, увидимся завтра.